витископ. Вы знаете, что постановление суда Верховного уже окончательно было, чтобы передать «Авангард» пользованию Министерства спорта. И тоже спасибо нашему правительству, оно постановило, что «Авангард» уже окончательно переходит под патронат, так можно сказать, Министерства спорта. И в дальнейшем есть понимание, и правительство, кабинет министров готов выделить средства, чтобы довести этот «Авангард» до ума, и чтобы действительно там занимались дети, сборные, и был центр. И министр, кстати, выдвинул такую идею, чтобы этот «Авангард» сделать центр олимпийской подготовки именно по хоккею. Понятно, что вся хоккейная общественность, родители, дети и все команды и сборные поддерживают это. Ну да, льда не хватает. Традиционно, конечно, и раньше это была база «Сокола» и в советское время, и в независимой Украине. «Сокол» все время там базировался, играл. Детская школа «Сокол» была там постоянно. Конечно, и дня не проходит, чтобы я не встречал родителей. Они меня спрашивают, ну когда, когда? Потому что мы уже измучились сами, детей измучили. Переезжать с катка на каток, мы просим, чтобы была база. Мы для этого все делаем. Витископ. Спортивное видео.